Здорово всем, дорогущие друзья! Поздравляю вас с ходом, с новым 2018 годом! Пускай этот замечательный, прекрасный год подарит вам только лишь самые счастливые, теплые, яркие эмоции. Чтобы у вас все, что вы запланировали, сбылось, а здоровье ваших близких и ваше собственное было всегда безупречным. Ну что, в честь этого хочется обозрить, так сказать, мышиниму от Кайзера поздравительную. Он хочет поздравить всех фанатов, поклонников, любителей этой потрясающей игры с наступившим уже Новым годом. Собственно, давайте-ка с вами и начнем. Мышинима это не распространяется никоим образом, то есть вы сможете только смотреть. К тому же, если есть люди, которые не знают, что это вообще означает, это заскриптованная череда событий, на которые мы никак не можем повлиять. То есть мы просто смотрим как кино. Я буду просто комментировать это все и переводить реплики поздравительные. Ну что, в общем, окей. На центральном острове мы с вами будем отмечать. Там уже поставили елочку, там уже пришли все гости. Поэтому давайте с вами в этот антураж взбираться. Kaiser Edition представляет Новый год в Lost Haven. Так, сейчас мы с вами настройки посмотрим. Так, звуки вот где-то вот так. От звуков зависит музыка. Музыка там авторская, поэтому я ее немножечко потише сделаю, чтобы она меня не перебивала при этом. Так, вот елочка, снегопад. В отличие от нашего центрального региона. Добрый вечер, леди и джентльмены. Сегодня, в канун Нового года, мы собрались с вами на главной площади Lost Haven, чтобы вместе проводить старый год и встретить новый. Весь вечер с вами буду я, Бенни Гудман, репортер газеты Lost Haven Tribune. В этот прекрасный вечер нас ожидает праздничный концерт и фейерверк. Куда же без этого? Посмотрите, сколько замечательных людей пришло сюда сегодня, чтобы проводить старый год. Давайте-ка пойдем пообщаемся с ними. А давай, вот видим Полли. Видим Сэма болтающегося. Так, кого вижу? Оззи! Осборн! Вот Оззи с своей подругой. Привет, Оззи, как дела? Скажи что-нибудь нашим радиослушателям. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть в Новом году исполнятся все ваши заметные мечты. Пусть появятся у вас новые друзья и новые увлечения, но и о старых мы не будем забывать. С Новым годом! Красноречиво и прямо очень красиво. Спасибо, Оззи, за теплые слова. Удачи тебе в Ижевске. А мы уже видим стрину сталкера. Это товарищ со старого доброго веб-геймера. Ну-ка, что он нам скажет? Всем привет, друзья, мои друзья. Позвольте старому доброму сталкеру поднять стакан замечательного канадского виски, поздравить вас с Новым годом и пожелать вам успехов. Пусть в 2017 году жизнь нашего паблика закипит, забурлит, в хорошем смысле засияет новыми красками. Желаю, чтобы гангстеры не докучали вам ни в игре, ни в реальной жизни. Это очень важно, особенно в реальной жизни. Содержательно. Что ж, идем дальше. Сколько же тут народу, затеряться можно? Видимо, весь Lost Haven пришел сюда. Сальери вон стоит. Не, к нему подходить не будем. Опасно, да, у него телохранители. Ой, Морелло мерзнет. Оу, Firefox, ну как там дела с аэропортом? Все сектора проделал. Выскажи свои пожелания нашим радиослушателям. Да он замерз же. Я Firefox 3860. Я сейчас хочу поздравить вас с новым замечательным и ярким праздником Новым годом. Желаю вам всего самого хорошего в Новом году, чтобы удача всегда была с вами. И чтобы мы продолжали общаться и помогать друг другу. И помните, мафия бессмертна. Да, и игра бессмертна, и организация. Да, мафия действительно бессмертна, спасибо Фарфоксу, удачи тебе с секторами. Чего? А, хорошо, это, видимо, он сказал. Фарфокс говорит, что закончил с секторами, поздравим его с этим. Я вижу уже Мельхиора, насколько слышал, он специально приехал из Сибири. Ух ты, Мельхиор, давай, поздравляй. Привет всем поклонникам и модерам игры «Мафия». Я Серж Мельхиор, и в этот день хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. И пожелать, чтобы в 2016 году вышло побольше годных и качественных модификаций на нашу любимую игру. А также терпение и упорство их дождаться, кто ждет и кто их делает. Да, я тоже за качественные модификации, а то развелось бракоделов. Но бракоделы были всегда и всюду. Куда же без них.
А еще один товарищ со старого доброго веб-геймера A640. Это же ты. Привет, скажи что-нибудь радиослушателям. От имени по поручению 640КБ поздравляю всех ценителей одной из лучших игр в истории. Желаю вам всем здоровья, вашим близким и удачи в реализации ваших планов. Ну и соблюдение того самого баланса из финальной речи Томаса Анджело, как известно, кто хочет слишком балла, вообще ничего не получит. Золотые слова, прекрасная цитата, спасибо 640, идем дальше. Сейчас нас ожидает праздничный концерт, он обещает быть очень интересным. Вот началось, давайте-ка послушаем. Это, ребята, авторская композиция, которую специально Кайзер сочинил. Так что все внимание. В кабинете на треножнике, а за окном веселятся сапожники. Очень грустно сидеть одному, ведь уже Новый год на носу. На лицах у всех радость, о-хо-хо, и по уши забот. Меня радует тоже эта гадость, этот чертовый Новый год. На небосводе появится пламя, и будет уничтожен горестный люд. На пламя не в силах спалить храм, в котором празднуют и пьют. Это будет большое событие, проходя через мост 1000 миль. В параллельных миров к нам летит эскадриль, собирается публика, чтобы увидеть великое зрелище. Полночь пробила внезапно, и вот этот на пороге встречает Новый год. Морями находятся горы, где-то в светлых небесных красотах. Никогда не бывает хоть одной ссоры, и праздник вечно на этих высотах. Он иногда с небес ходит на землю, пройдя длинный путь. Такие моменты, небо без облаков, Новый год встречают без очков. Из высок летит снег прямо на голову, в глазах моих блеск. Я доверяю лишь солоду, это будет такое большое событие. Из параллельных миров к нам летит эскадриль. Собирается публика, чтобы увидеть великое зрелище. Полночь пробила внезапно ночь. На пороге встречаю я Новый год! Новый год! Новый год! Ура! Новый год! Эгегей!
Новый год! Ура! Новый год! Новый год! На дворе Новый год! Ну что, это было очень даже неплохо, я бы сказал, впечатляюще. Кстати, тут одно выступление. Тут телеграмма, к сожалению, он не смог приехать. Его ездовые собаки сутулы застряли где-то возле Воронежа. Он прислал свои поздравления и цитирую их. Ребята, коллеги, друзья. И позвольте мне от лица Казердишина себя лично поздравить вас с наступающим Новым годом. Желаю вам дальше проявлять активность по отношению к нашей любимой игре. Хочу поблагодарить вас за то, что вы стоите хвалить Казердишин, способствуете своим интересам развитию. Спасибо всем, кто морально и практически поддерживает моддинг мафии. И знаете, в наступившем году вас ждут новые интересные модификации. С Новым годом вас. Конец цитаты. Ну что ж, уважаемые гости и жители славного Лос-Хевена. Остался праздничный фейерверк, он как раз сейчас начнется, давайте посмотрим же на него. Ну что ж, мне очень впечатляющий фейерверк. Разноцветный, яркий. Вау. Надеюсь, пожарных тоже успели вызвать. Это было грандиозный, шикарный, потрясающий, запоминающийся, ярко. В общем, да, это было невероятно, я же говорю. Всех с наступившим 2018 годом, всем счастья, добра, тепла, пусть в новом году сбудется то, что вы желали. Также к поздравлению присоединяется весь состав Kaiser Edition. Ну и, собственно, ваш покорный слуга Алекс Пожинатель. На этом праздничный вечер завершен. С вами был я, Бенни Гудман, репортер газеты Lost Heaven Tribune. Удачи, успехов. И смотрите, ребят, самое, по-моему, эпичное вообще, ну, после концерта, что тут есть, это огоньками строится число знаменательное 2018. По-моему, это было вот реально восхитительное решение и потрясающая его реализация. Вот так-то. Ну, вот такая вот, ребята, вышла машинима. По-моему, она заслуживает лайка и, по-моему, она заслуживает одобрительного комментария под этим видео. Всем громадное спасибо за внимание. С Новым годом еще раз. В этом году вас ждет огромное количество всевозможного интереснейшего контента, так что подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. И хорошо отметьте эти выходные. Всем пока-пока, друзья, и удачи.